Вітаю всіх, хто зараз дивиться черговий випуск програми «Авторитетна думка», в якій наші експерти допомагають пересічним громадянам, тобто нашим глядачам, уникати традиційних проблем, живучи у великому місті. Сьогодні ми будемо чіпати тему дуже особливу – це тема психології. Психологія – частина нашого життя. І сьогодні в нашій студії, яка розташувалася в ресторані «Гарден», що на вулиці Половицька, 2 в місті Дніпро, знаходиться наша гостя Наталія Валєдова. Вітаю вас. Здравствуйте. Наталія Валідова є одним із самых востребованих психологов в нашем городе. И, Наташ, у меня сразу же первый вопрос, который будет абсолютно закономерным. Ты нигде не даешь рекламу. К тебе на прием записаться достаточно тяжело. Почему вот такой вот ореол таинственности? Чем это вызвано? Ну, на самом деле никакой таинственности в этом нету. Ну, как-то так исторически получилось. Я беру на консультацию только по очень внятной рекомендации, то есть я должна понимать, от кого приходят люди. Как правило, это от специалистов или знакомые, или люди, которые у меня уже были. Ну, так и беру. Скажи, пожалуйста, с каким возрастным диапазоном ты работаешь? То есть пациенты от и до какого возраста? Ну, вообще я работаю с детками, которым сейчас год и 8, и самый зрелый мой клиент, ему 64 года. Вот в таком диапазоне я работаю. Давай сразу же вот от малого к большому. У деток какие основные проблемы с психикой сегодня? Ну, основные проблемы, с которыми приходят ко мне, это все виды задержек речевого, психоречевого развития. Это аутизм и все, что с ним связано. Это состояние, подобное аутизму, или состояние, которое маскируется под аутизм. Это различные проблемы с общением, вот, с неуспеваемостью, невнимательностью, общение в детском коллективе, общение между родителями. Ну, вот, в принципе, вот такая. Ухудшение успеваемости. У меня очень интересная работа, и она, мне кажется, просто бесконечна. Мне кажется, сегодня существует действительно проблема в обществе. Это гаджеты. Очень многие дети уходят в гаджеты. Планшеты, телефоны, помогаешь ли ты детям, ну, скажем так, в общество интегрироваться и не уходить вот в мир гаджетов? Ну, это не только детям, это работа с семьей и с родителями, с папой, с мамой, дедушкой, бабушкой, вот, потому что гаджет – это не только вор времени личного. Гаджет – это, знаете, как кухонный нож. Он может быть либо убийцей, либо очень хорошим помощником. Вот то же самое и происходит с любыми приспособлениями, которые вот сейчас появляются. Очень часто их используют. Вот то, что меня очень сильно возмущает, это то, что родители стараются оторвать себе какой-то кусок времени. И с самого раннего детства, с 6 месяцев, я знаю таких случаев очень много, дают планшет ребенку, на котором типа развивающие или развивающие программы, и они считают, что долг перед ребенком и перед обществом, заметьте, они выполнили. На самом деле происходит очень серьезная деформация личности, происходит серьезное нарушение этапов психологического развития ребенка. Ну и вот сейчас то, что я наблюдаю последние годы, это практически лет 7 уже, это эпидемия, связанная с тем, что не формируется доминирующее полушарие у детей. Это раз. Не формируются межполушарные связи. Ну, это чтобы два полушария работали в содружестве. Потому что дети пальчиком делают. Потому что полотенце они видят на мониторе, они трогают. И поэтому, в общем-то, достаточно серьезный дефект у даже здорового ребенка. Он приобретается, нарастает. В итоге это заканчивается тем, что окружающий естественный мир ребенка интересует мало, речь развивается плохо, и формируется дислексия, дисграфия и так далее. То есть это неспособность писать, неспособность читать, то есть не формируется эта функция. Ну и сам, и еще, конечно, такое вот слабое место во всем этом, это то, что не формируется автономное мышление. То есть человек начинает формироваться таким, что он не способен сделать свой собственный вывод, что касается, ну, любого. То ли ситуации, которая происходит
в детском коллективе, то ли в семье, философских каких-то моментов, ну и так далее, и так далее. Ну, формируется человек, как, знаете, вот как птенец. Он открыл рот, ему дали. То есть такие первичные рефлексы развиваются, а все остальное? Ну, развивается потребитель, не развивается анализ и не развивается синтез. Анализ – это, вот знаете, как анализ крови. Есть целая кровь, ее разбили на составляющие. Синтез – это составляющие собрали и сделали вывод. Это высшая корковая функция, которая необходима. Для того, чтобы они сформировались, надо очень-очень много инструментария. И надо просто гармоничное, нормальное развитие. Чтобы человек что-то делал своими руками, чтобы он взбивал коленки, чтобы он пальцем пробовал мед, ну и многое-многое другое. А самое важное, чтобы родители себя не заменяли планшетом. Есть ли уже наработки в этой области? Насколько эффективно ты пашем помогаешь? Пашем с утра до вечера, потому что это выставляется, это... Понимаете, двух людей одинаковых не бывает. Все это происходит мозаично. У кого-то эта область развита лучше, у кого-то это. Взаимодействие двух зон мозга лучше. Ну, вот расписывается программа, она просчитывается, она меняется. И делаем, делаем, делаем. Какие основные проблемы сегодня у женщин? Одиночество. Сегодня у женщин проблема одиночества. Причем это не зависит. Ну, я бы даже сказала, что в зону риска попадают женщины среднего материального уровня и выше среднего материального уровня. Это основное. То, что они не имеют половой жизни, неспособность создать семью, неспособность иметь отношения, завязать, невостребованность, иногда кажется нелогично. Хотя я считаю, что в этом есть логика. К сожалению, лет 15-20, я не буду называть журналы, я не буду называть, ну, назовем так, СМИ, да, формировали совершенно другой образ женщины, далекий от природного. И, опять же, берем клиповое мышление, да, которое сформировали. И сформировали женщину-потребителя, женщину-менеджера, женщина, которая... Ну, я сейчас, наверное, грубо скажу, но скрытая проституция, да? Вот скрытая, неявная. Человек потребительство может... такое. Да. Выгода потребительства да, во всем. Да, да. Не сформировали образ женщины-хозяйки, женщины-матери, женщины-жены. И вот это очень большая проблема для самих девочек. Для самих девочек и для общества в целом. С какого возраста ты рекомендуешь воспитывать эти качества в девочках? Ну, с роддома принесли, начинаем воспитывать. Да, это образ провалы жизни. Бывают очень да, серьезные. Это и собственный пример, это и одежда, это и игрушки, которые представляются, это и общество, это научение заботиться о ком-то. Ну, в общем, роль женщины, это же, ну, на самом деле это очень просто. Это очень-очень-очень просто. Помогаешь? Надеюсь, да. Надеюсь, да. Все-таки, если есть результат, если есть рекомендация, наверное, да. Да, да, тому помогаю. Наталья Владимировна, дети, женщины, девочки, у мужчин какие основные сегодня проблемы? Ну, понятно, сегодня кризис. У очень многих мужчин кризис бывает связан с бизнесом, связан с какой-то невостребованностью. А вот этот вот кризис среднего возраста, часто ли мужчины приходят с такой проблемой к тебе? Да, мужчины приходят очень часто, и вот этот, вы знаете, вот этот промежуток, который можно назвать кризисом среднего возраста, он сейчас вот... Размыт, наверное. Размыт, очень да, сильно. Очень размыт, очень сложно. Потому что на самом деле изначально речь идет о зрелой личности или незрелой личности. Неважно, мужчина, женщина, да, и неважно, сколько лет. Потому что зрелость, психологическая зрелость личности – это всего лишь три пункта. Я их назову, хотите? Пожалуйста, с удовольствием. Вот. Это первый пункт – отношение к себе. Второй пункт – это отношение к окружающим. Третий пункт – это отношение к материальному миру. Ну, то есть, все, что связано с материальным. Если выпадает, падает один из пунктов, все, неважно, 76, но не зрелый. Вот, поэтому вот этот кризис среднего возраста, штука такая, вы знаете, она имеет действительно размытые границы. И что сегодня самое важное? Это в первую очередь сложно найти себе пару. Очень сложно, потому что мужчины, те, которые приходят в этом возрасте, они помнят своих бабушек,
с оладушками и голубцами. Вот. Они хорошо знают свою маму, которые варили такие варенья, и для которых дети это была огромная ценность. И вот современная женщина, к сожалению, не вписывается со всем своим гламуром, в эти стандарты, со всем вот менеджерской всей этой историей, со всей своей силой и желанием идти вперед, любимая моя фраза, страшно, надо идти вперед. Вот. Она не вписывается, она не может претендовать на роль спутницы жизни. Наталья Владимировна, ну, в общем, как бы психологических проблем, конечно же, у людей в нашем обществе, тем более в такое время, конечно, хватает. Ты делаешь действительно очень доброе дело. У стариков, наверное, все-таки самая главная проблема – это то, что вот мы всю жизнь работали, и такая нищенская пенсия, такое нищенское существование. Помогаешь ли ты таким людям? Витя, старики ко мне, к сожалению, обращаются очень редко. Это связано с несколькими моментами. Это связано с тем, что люди даже мысли не содержат о том, что можно идти и лечить душу, вот не в церковь, да, не на лавочке, а идти к специалисту. Вот в то время, когда они были молоды, это было не принято. Второе, вот, к сожалению, последние годы к старикам действительно отношение как к использованному носовому платку. И даже дети, которые имеют возможность, они не считают нужным или не догадываются о том, что можно повести к специалисту. На самом деле старики нуждаются, тоже страдают от одиночества, они нуждаются во внимании родных и близких, в помощи. Ну и, естественно, то, как государство сейчас поступает в отношении пожилых людей, ну, мне даже не то, что критиковать. С моей точки зрения, это непозволительно. Наташенька, и заключительный вопрос. Всякий ли твой потенциальный клиент может рассчитывать на твою помощь? Всех ли ты берешь? Ну, взять всех я не могу физически, потому что у меня ограничено количество людей. Кого ты не берешь? Я не беру людей без вот, действительно внятной рекомендации. Я таких людей не беру. Я не беру людей, которые пришли со мной посоревноваться. Мне это не интересно. Вот. Я не беру людей, которые не борются за себя. Но всегда я пытаюсь подвинуть к тому, что за себя надо бороться. Если я вижу, что интерес находится совершенно в другой плоскости, поставить галочку, поучаствовать в процессе, ну, я потихоньку ухожу. Потому что мне кажется, что я могу действительно принести пользу тем людям, которые борются за себя. А за себя надо бороться. Надо бороться за своих близких. Наташ, можно так сказать, что ты можешь помочь, но сделать за человека ты не можешь, не имеешь права? И Господь Бог наказывает людей, которые пьют чужую чашу. А вот помочь, дать силы, даже разработать. А рекомендации очень простые на самом деле. Тут надо понимать, какую, когда дать, сколько, как. Наталья Владимировна, а какие человеческие качества ты больше всего не приемлешь в людях? Ну вот качество – это лень, первое. Второе – это равнодушие. Третье – это подлость. Лень, равнодушие, подлость и жадность. Я считаю, что вот эти четыре качества, если они присутствуют в человеке или хотя бы парочка, это человек. Они воруют счастье у человека. Спасибо. В нашей студии, которая находится в ресторане «The Garden» на улице Половицкая, 2, в городе Днепр, Наталья Валедова. Ну, я без преувеличения могу сказать, замечательная женщина, замечательный специалист, которая помогла многим людям, живущим в нашем городе. И, возможно, приезжим тоже. Дякую всім, хто дивиться нашу програму в черговий раз, а також тих, хто дивиться цю програму вперше. Це була програма «Авторитетна думка», в якій наші експерти допомагають пересічним громадянам уникати традиційних помилок і дають цінні поради. Дякую вам. До побачення.